чисто теоретически просто остаться в поезде и получить работу, это не такая уж плохая перспектива. У тебя гениальная мысль. Не, ну смотри, буквально. Если ты остаешься в поезде, который едет на конечную, все, теперь ты становишься машинистом. И зарплата машиниста там около 100 тысяч. А, нет, тебе премию. То есть это не такая уж плохая возможность. Слушай, тебе придется выплатить штраф, либо ты отправишься работать с контролером. Ну, да. Кстати, так и становится. А, контролером, да, ладно.